велика різниця. Приветствует программа, в которой ведущий настолько знает украинский язык, что может спокойно сказать три украинских слова. Зроби мені смішно! По утверждениям клоунов-католиков, 96% земли грибы. Но это не помешало слесарю Анатолию встретить юбилей своей дочери. Вот такую хрень я шучу постоянно в программе «Сделай мне смешно». В программе, где участники в основном делают смешно только себе. Разрешите представить наших игроков. Человек, который никогда не смеется, потому что постоянно ржет. Сергей Притула. Ведущая 7 часов, которая стояла в ЗАГСе, не могла сказать ни да, ни нет. Потому что прекрасно может тянуть интригу Маша Ефросинина. Маша, я тебя уже объявил. Красавец, прекрасный человек, но что там говорить, просто шмотошник. Александр Пидан. И человек, который сразу в одной фразе может объединить три слова язычества, синхробофонада и простите дедижитация. Андрей Доманский. Здесь лучшие ведущие нового канала и я, Сергей Козин. Жаль, что Андрюша больше не сможет шутить, потому что он покидает нас. Он идет на канал 1+1 вести другое шоу. Ну что ж, сегодня проводы Андрея. Андрей, нам так будет тебя не хватать. Мы продолжаем нашу программу, и следующий пойдет. Сидите, я пойду. О. Андрюша, я тебе я тут покушать собрал. Слово показывать пойду. Слово. Все, готов. Зроби мені смішно! Андрюша, все класно, молодець, супер, блін. Андрюша, тільки отак ми не робимо, правда, Саня? Так, хто так не робить? Не-не-не. Хто так не робить? Пидан, Притула, ви ж посмотрите на себе. Ви ж самая странная пара ведущих, которую я когда-либо видел. Этот шутит, этот смеется. Этот шутит, этот опять смеется. А вы, Сергей, что за бред вы несете? Ну, посмотрите на себя, вы же взрослый человек. Приволокли в студию какой-то сундук. Назвали его Федор Михайлович Достоевский. Ну, почему вы эту елку не называете Лев Толстой? Очкам своим еще прозвище Николай Васильевич Гоголь дайте. Вы хотите, чтобы я ушел? Я ухожу. Андрей, постой! Сделай мне смешно! И это не название передачи, это последняя просьба. Все, вы хотели, чтобы я ушел. Я ухожу. Пока.